Добрый день, это детский стоп, бренд. Тут разные бренды и небольшой лот подробностей. Ссылки под описанием. Итак, это аксессуар. Платок хлопковый детский. Потом ушки. Ушки и галстук в виде бабочки. Аксессуар. Цеунда 68. Купальник вообще, даже слов нет. То ли на куклу, то ли на новорожденного. Платье H&M 86. И H&M 92. У него несколько слоев. Одинаковое платье. Дальше кукла Лол 110-116. 110-116 такое же платье. 80. Это верх от купальника. Здесь передник. Детские трусы. Подростковые, аксессуар в виде платка с этикеткой. В основном вся одежда с этикетками. Платье Peter Rabbit. Но тоже, мне кажется, оно кукольное. Одежда для кукол, хлопковая. Потому что оно такое очень маленькое. 0,3 месяца трикотаж, передник, вельвет, трикотаж. 122-128, такая же 134-140. И 134-140, танковка. Юбка хлопок. Хлопок с вышивкой, и он двухслойный. Так, без опознавательных знаков, но это точно 8-9 лет, а это, наверное, даже постарше. А это вот помладше, на 6-8. Трикотажные леггинсы. Передник. Леггинсы. Нет, не все с этикетками. Топ-шоп. 128. Это трусы детские. Кукла Лол 98-104 и 98-104. Передники с непромокашкой. Шорты. Леггинсы хлопок 146. Спортивные штаны 122, 122 и 122. Dry Active. А, тут еще есть 122 и 122. И шорты Sisley размер L. Кроме этого, здесь есть майки. 5-6 лет, 5-6 лет. Хлопковая шапка. Бейсболка, капроновые колготки и вот такие носки 29-32, 33-36, 33-36, 37-40. Разные, это гольфики с бантиками. Подробности об этом лоте смотрите в ссылке под описанием.